Ну ты понимал бы, брат, я в 90-х похож на какой-то Рено Логан. Посмотри. Отвечаю. АЕшка похожа на Citroёn. У тебя крыша, смотри, на этот карбон этот. Понял? Да. И она стала вот как утюг. А, на фес! Ты можешь забрать ты сидишь в BMW? Так, по факту карбоновая крыша сгорела, брат. Я BMW все ебал. BMW не машина, брат. Мерседес, смотри. А что за машину хочешь купить сейчас? М6 это не BMW. Это M-Power, это другая линейка вообще. Кстати, шестерка это вообще не BMW. Да, шестерка это блюдо. Это CLS от Макат. Я хочу. Яйца. А все, что ты не сядешь, сука. Рашан! Снимал по камере. А? Снимал по камере. А ты что, на другой стороне? Они не матерись, ну? Так они матерись. Пусть перекупы у вас сегодня. А я не буду показывать. Рашан так, кричит насчет китайцев, а? Китайцев, о них не езжу. Не надо. Что делаешь, пап? Что делаешь? На работу. Моя машина. Я за рулем. Алло, есть? Есть. А у это я на Билайне. Ау, ешка в натуре, Равшан, надоело плеваться. Это BMW, брат, справа. Брат, это да, голову. Все, брат. Я не знаю, как мам, все пока. Мам, все пока. Бахам, ну, либо из настроения такого, понял, не по правилам его. А ты сказал, что он продал? Я не знаю. Сейчас нормально все? Все, что? Сэм, короче, у тебя Байкал остался в машине? Брат, он, наверное, скипел, брат. Чай уже там не Байкал, а чай будет. Давай зальем чай попьем, похуй. Слушай, ну смотри, у тебя двери какие. Да пиздец как, брат, мужчинские, брат. Не алюминиевые. Пахану позвонить? У меня лагать будет, если я туда встану. Я хочу просто... Он не поймет, что это моя машина. Хотя ладно, какая разница, да. Звоню. Все уже. Только не показывай номер. Сейчас будет фокус. Пап. Можно подходить? Привет, что делаешь? Мы на стриме есть, что, на прямой трансляции. Привет, мам. На стриме. Короче, мы машину сожгли за 26 миллионов. Мне показывать? Можешь показывать. Здравствуйте. Шачир тоже в городе. Вот мы все здесь. О, вот. Смотри. Парептес. Все, моя тоже сгорела. Наши машины сгорели, пап. Все, новую покупаем. Какую хочешь? BMW. Какую хочешь, пап, машину надо выбирать. Бюджет 14 миллионов. Короче, нам денег скинули, чтобы мы машину сожгли. О, короче, быстро, Рашан. И вот что осталось. Вам все позвонили. Не, не шутка. Клянусь, Ямарев. Пап, моя машина, моя бэха, вон там стоит. А Рашана машина слева. Вот, смотри. Правда, говорю, клянусь, я тебе потом видео покажу. Ты чё плачешь-то еще, не пойму. Я не плачу, тепло здесь. Бля, ебать, ты прикинь. Что? На Ешку. То есть? Фокус это еще. Ай, бля. Все, салам алейкум. Чё вы? Слева, слева. Сэм, привет, передавай, вот стрим. А, в эфире? Да. А я как раз для эфира твоего сейчас историю расскажу. Мне вчера Арпине звонит и говорит, они стикеры, дочка, и друг другу стикеры отправляют, ага. Дочка берет и отправляет стикер в твою задницу. Опа, это что такое, брат? Какую задницу? Арпине... твою, помнишь, в эфире ты показывал, кто-то сфоткал, стикер сделали. В натуре? Да, и это, Арпине говорит дочке, типа, Анжела, ты чё, типа, это откуда у тебя такое? Она говорит, мам, ты чё, это Равшана жопа. Арпине говорит, какого Равшана? Ты чё, мам, это самый популярный стикер сейчас. А какая жопа, я даже не знаю. Брат, наверное, где-то в Дискорде жопа показала. Да, помнишь ты? Шорты, кто-то сфоткал в эфире. А, там, где еще стрелочка на жопе, вот так, помнишь?
мышка. Из этого сделали стикер. Курсор, курсор где? Давно, три года назад было. Не помню, прикинь уже. А съедем, все, посмотрим. Сейчас это типа популярный стикер среди молодежи, представляешь? Всем скинь, посмотрим, Рашат. Всем скинь мою жопу, посмотри, пожалуйста. Да у меня нету, я таким не пользуюсь. Оказывается, среди молодежи Арпине говорит, что Анжела все твои эфиры смотрит. Все, пару комментариев по поводу машины. Мне нечего сказать. У меня есть, у меня много, братан. Какие-то вы больные. Вы, вам отвечаю, вообще вы красавчики. А, красавчики. Спасибо, брат. Очень приятно, брат. Нет, есть идея, вы, конечно, молодцы, но вы какие-то дебилы. А, это так. Слава права. Ладно, Сев. Жалко, жалко. Я отключаюсь, Сев. Давай, брат. Давайте, берите дальше эфир. Давай, брат. Удачи. Пока-пока, хорошего вечера. Давайте, пока. Это, если что, моя родная сестра. Сестра, да, брат. Устал. Че, покушал? С родителями пообщаюсь. Режима нет, я не усну. Переживания почему-то напрягают меня. Все равно как бы не было. Вот эти негативные комментарии, бля. Люди, представь, какие. Вообще пиздец. А че, лучше бы детям отправили. Блядь, когда я детям отправлял, всем было похуй. Пиздец. Короче, с родителями пообщался. Ну, типа, нормально. Отец чуть переживает. И мама переживает только за то, что вот, ну блин, люди же некоторые не знают, что вам деньги заплатили. Наверное, люди же все думают, что вы просто от балды взяли, сожгли. Мама говорит, пофигу, ну что говорят, если так всех слушать, типа, далеко не уедешь. И говорит, Ренат тоже свой жёг, вот этот тр-тр-тр. Я говорю, да, она говорит, ну её не жалко. Она вот это тр-тр делает громко, говорит, ее не жалко. Ой, очень посмеялся. Блять, жалко ей 200. Сгорело. И 520 тоже жалко. Еще покрепче холод. Не должно же что-то уже бахнуть, что могло. Бахнуло. Бля, я просто диски смотрю. Я сури говорю. Брат, а пайпы не выживет? Брат, ты на диски посмотри ковку просто. Одним глазом, двумя не смотри. Кайлы тоже снять по-братски. А, кстати, их нет! Нету, брат, кайлов нету. Бля, может развал выйти? Выставиться, интересно? Бля, можно я кусок диска заберу на память? Смотри, у него с петель дверь упала. А у тебя двери нет? Где твои двери? Все, брат, а у меня же алюминиевые все они, брат. Да, ужас, брат. Брат, Биба Бобу надо позвать. Не, я уже договорился, Артем заберет. Бесплатно, да? Бесплатно берет, заберет. А Артем? А это, ну, стрелец, стрелок. Да, а сколько стоит будет, слышно, чермет? А копейка, дайте, я тоже хуйня. Канистру кину, рад, Гриванем ему пусть он уберет за собой. В чем прикол? Блядь, подольше бы на себя снимал. Я поворачиваюсь, смотрю, ты машину снимаешь, а я эти двери откручивал уже. Мы же договорились, брат. Ох, какая красота. Четко идет. Брат, я одно пальцо не... Просто поправил, а? Ну я же не я, если не я, а ты. О, хорошо текет. Не, слышно? По экватору, слышишь, брат, по экватору. Этот пацан... О, хорошо идет! Охуеть! Ох, ох, ох! Ох, ебать, смотри! Ебать классно! Будь красиво, как так получилось? Ебать классно! Снимай, блядь! Да снимай его, придурок! Как оно ебашь оттуда выдавливается! Я в ахуе. Я хорошо идет сорока. Да, родители смотрят. Ой. Ты плохой мальчик. Это тебе за всю горе. Ты родители смотрят. Ты что, офигел? Всем здоровья, счастья, любви. Здравствуй. Ой, камера. Так и ты ли, а? А, умоляю, надо просто конец, давайте попадем так взрывать, ебать поправляет. Ебать, ебать, ебать. Ну тут 98-й, смотри, какой октан хороший. Рекламу сделаем без заголовки. А, умоляю, давайте эстафету Аску коллектору передадим, пусть тебе 5 за ветра поправит. Тамаев, скажи, посмотри. Тамаев, взрывай, брат! Один раз! Вон вешку взорвали просто так, показать, что Мерседес не машина. Да что, ебать, охуёв. Да, понял. Перекуп звонит, подожди. А, Перекуп, салам, как ты? Ян, какую машину привезти вы мне?
Да ты, блядь, по заниженной стоимости ебашишь там. Мне не надо через Киргизию. Чё говоришь? Ты через Киргизию ебашишь? Ну да. Смысла нету. Брат, смысла нет, правда. А на лицо напрямую нельзя? 800 тысяч. 21 же тоже можно. Брат, у нас этот... Мы М3 хотим. Оптом. 22-го года, да? 21-го, похуй. Ну ты через Киргизию хочешь бахнуть? Брат, через Киргизию по заниженной там просто смысла просто так нету. Или как ты хочешь? Брат, мы сейчас в Краснодаре будем сегодня вечером, похаваем где-нибудь. Приезжай. Тоже сожгите за пятницу. Брат, похчика, денег нету. Ты понял, кто это? А вас, ну? А вас. Перекуп. Перекуп, а вас. А, все, понял. Сироп тоже здесь, на связи вот. Перекуп в одном месте. Хорошо. Короче, увидимся, ну, в красе, брат, пообщаемся. О, привет, Аватаке. Давай, Аватаке, давай. А что вот его далеко, вот у него, поинтересуйся. Вот, а, да, реально. 21-го года же, проходная. Точно. Это после Нового года будет проходная. Да. Ну, надо первый месяц искать, брат. Видишь, мизинец. Первый месяц надо искать? Первый месяц. Да, они есть. Да? Они есть, которые 20-й год, 12-й месяц. Ага, вот. Переходящий. Переходящий. Понял. Только спидометр там вот нормальный, да, мужчинский? Мужчинский. Мужчинский, да, не нефорский. По-братски, нефорский не старше. И так ты нефор, ну уже, брат. Не, ну там и вот такой был. Киргиз, есть в чате? Ау, Сэм, а ты же взял со своей, пойдем ему руку перебинтуем. Я, у тебя в машине аптечка была. Блять, так же. Пойдем, брат, пойдем здесь. Все, багажник. Багажники! Очень холодно, знаете, как бы нам согреться? Как? Где не холодно, нормально, запись. Где наш? О, крышки поправить, знаешь, сейчас наши все три крышки поставить. Ты взял себе крышку и все? Да. Хоть что-то надо было. Хоть что-то, блин. А у меня, а вот. Отец говорит, сними что-нибудь с машины, говорю, пап, ничего не снимается, это Мерседес. Папа, папа, папа. Аккумулятор надо было снять. Отец, ну? Отец. Мой отец. Ты мне жизнь подарил. Мой отец. То же самое твоя машина тебе говорила, когда ты сжигал. Мой отец. Пиздец, твоя не говорила, что ли? Я не разговариваю. А у нашей машины немцы, прикинь, и оба ряда упали там. Нет, блядь, немцы! Не, такая, понял? Это перекись здесь должен. Брат, перекись здесь, кажется, нету, бро. Не, тут она будет сухая, типа, да, такая, конечно. Здесь только не портящийся же есть. Ах, на зеленый! Я умный, парень. А я напитки взял. На тахтаре, на тахтаре. Где они? Это что? Не знаю. Как это кушается? Обычно берется и кушается, да, братан. Бах, что горячие. Вау. А где на тахтаре? Мукалите, мисс. Познакомься с новым для тебя миром, пройдя линейку квестов. Тут тебе не заскучать. Видел этот интерфейс? Вот, и мне он нравится. Любишь тачки? Покупай! И поехали! Навесим на нее тюнинга! У нас его полно! Соревнуйся с тысячами других игроков и десятками твоих любимых блогеров на родине РП! БМВ! Привет! Ты понимаешь, это домашнее? Возьмите! Серьезно? А тут жуги вкусные! Давай пластырем сразу бахнем в багажнике! Дай, все. Дай пластырь! Может, Яр, будешь? Дай, давай! Ааа, Адам! Пойдем, я акция индийской кобры, братан. Первая медицинская помощь. Сэм, подержи вторую руку на тебе. На, брат, души, брат. Помогаешь. Ушел. О, ну его, Феррари. Ягуар. А, ты хуёвый медик, знаешь, брат. Охуй, брат, все, я... все, хватит, нормально. Да, под... Где? Эх, блин! Да, брат, красиво сейчас побежал. Сиропа есть другой раз. У меня офигенное видео. Покажешь. И я уже Кириму, я Кириму скинул. Это Кирина. А, это Кириму? Это, да, это я скинул, да. На зеленый красавчик. Ебать, горят нахуй. Очень горят. Пожи. Все. Все, от души, брат. Газуй. Сегодня... Аптечки есть гондоны? Не, они не в аптечке. Брат, как будто еще один синабон хочу, брат. На панели или? Не, тебя мало. А? О! Это что? Ага, ну. Я не понял. Авито, свяжите с нами. Или я вторую, или кто? Дром, умоляю. Блок этот, как я вам такую рекламу сделаю. Но там уже внутри пизда. 30 стримов, Twitch FM, Авито. Авито, Twitch FM. БМВ говно, говорю же. Давай, брат. О, брат. Брат, контент тебе сделать? Да. Головой туда прыгать. Не, не надо.
Там же этот хотел, чтобы давай, кто-то голову поджал. Да! Что? Через лобовую машину. Я лучше так близко, брат, не подходите лучше. Чтобы вы понимали бы, металл до такой степени нагрелся, то что вы можете его смотреть на ваших телеэкранах, то что он покраснел, значит от чего? Температура повысилась, то есть автомобиль сейчас работает в неограниченном количестве оборотов. Брат, подскажи, пожалуйста, как спец. Так. Сколько будет стоить восстановить данный автомобиль? Если с учетом кузовных работ... Оу, ебать пайпы, Рошан! Рошан! Пишу так? Вот пайпы стоят, вот пайпы. Вот пайп, вот он, улиткой. Ау, целый, вот да, он. Вот а он мой, пайп. Посмотри, целый или нет. А, он, твой, он далеко. О, блядь. Слушай, сколько масла будет жечь примерно? На данный момент? Да. Ну, если честно, мне кажется, неограниченное количество. Я пишу, сколько масла будет гореть еще? А, масло будет долго гореть, брат. Но вот здесь... 10 литров масла работает, 10 литров. Видишь, сколько а здесь даже уже не масло горит, а резина с диском. Уже все, нету резины с диском. Ну, я просто хотел помучить, бро. Да, не получилось. Ну, согласен. Ну, старайся, зеленый. О, S63, там где надо. Мотор S63. Блять, меня опять это... О! Шмапайпа есть, посмотри. Самый гондонский генератор. Помнишь, я говорил его менять, уёбишь? А у как будто без музыки не хочу ехать так. О, вот динамик. Найди сиденье, брат, место же страшно смотреть, брат. Ах, диски живые, задние. Блядь, пизда, брат. Живые, брат. О, задние живые. Не, брат, он снутри поплавился, смотри. Брат, а бензобак посмотри, проверить, цел или нет. Просто не, чтобы не подходили, раз. А где салон? Я здесь. А где салон? Нету? Брат, а ты не заметил, что двери нету, брат? А где двери? Да, если сесть, вот они, пепел. А поэтому, знаешь, я говорю, брат, я вчера смотрю, типа бампера нет. Фар просто нет. Они вот так вниз упались. Брат, а мне интересно, а если въебаться в столб, это же, ну, пиздец хуёво, да? Но вы охуеете от того, что когда вы пиздец. Будете поднимать, сколько там снизу говна. Здесь не видно сейчас, понял? Да, я знаю. А ну-ка, слышишь, карбоновый, типа, панорама. А как она падает? Брат, ты знаешь, для чего подходит? Исчезло. Скажи вот это слово, то, что люди делают зимой, когда огурцы, помидор, вот эта вещь, как закатывают. Называется? Не, вот закатка. Это... Нет, где растет. Теплица. А, теплица. Теплица, похожа же? Нет. Хуйня. Кирим, а нахуй ты двери? Кирим! А нахуй ты двери спиздил? Нахуй ты двери взял? Тихо! Кирим! Брат! Брат! Кирим, не замерз? Ай, брат, извините, а что он там горит, ребята, он оттуда, со щелей? Мне кажется, очко Хесуса. Знаешь, почему я сегодня не замерз? Просто машины нормально горят. А я думал, потому что далеко до города. Никто не приехал. Насчет типа зеленого надо решить, брат, давай. Короче, брат, объективно, у него просто салон в бензине. За это 100 тысяч ему даем? Брат, 500 тысяч дал уже. Пусть бы не бакнет, брат. Брат, он говорит, я могу приехать в любой момент взорвать. Ну все, делает пусть. Со стримом идти, смотрите, как он будет свою машину взорвать. Похуй, пусть снимет. Значит, манибэк. Смотри, он накосячил, его косяк есть, потому что он съебался? Да, брат, я не говорил никому уезжать. Он просто взял он и уехал. Сути, смотри, он по сути продал вы машину. Были правы. Да, он просто взял и она уехал. Она должна была там остаться. Да, он просто взял и уехал. Это не его машина. Да, да, вот Рошан правильно говорит. Это не его машина, все. Типа... Мы тоже могли сейчас, блядь... Сейчас, секунду. Во, сейчас говори, брат. Мне просто сказали, что он машину продал за лям, а на самом деле за 700 тысяч. Потому что на стриме даже слышно было. Что 700 тысяч. Ты ему 500 дал за то, что он просто, блядь, в бензине повалялся? Да. Блядь, ну я всем раскидывал деньги, брат. Бля, брат, короче, есть идея намного пищи, нахуй. Готовы? Так. Собираем, нахуй, у него эту машину, рэки делаем. И эту машину кому-то в потоке, нахуй, дарим просто. От Мелстроя. Вот охуенно. Так. Как вам идея? Охуенно. Мел, как тебе эта идея, брат? Просто вот потоки нуждающему, типа просто дарим. Я скрысил 500 тысяч. Хорошо, я тебе показываю. Да ничего. Не, брат, не, брат. Нормальная тема, я не знаю, если мы его поправили, если нет, то манибэк, я другого не смотри. Вижу. Смотри. Может, тут косяк все надо... Считайте, вот. Брат, мы тебе верим. Да нахуй, просто покажи. В чате пишут, брат. Там 540 тысяч. 5400, это типа 500 тысяч вот сделал, он по курсу мне сам отправил. Ах, сколько блядь. Делает? Он папичек. Тогда ему еще нужно будет переслать остальную сумму. Что? Остальную сумму, но если вы ее... Брат, просто так не делается, брат, ты ему свою машину продал. Типа вот, он не вот. Отдаст за 500. Вот, например, Оптиму да, подорвали. Да. Ну, он же, блядь, не съебался, съебался, да, хотя он мог. До конца там сидел, блин. Ну, блядь, ну это же пиздец, так и делается. А открой дверь по-братски. Там доводчики просто остались, интересно. Открой, брат. Да не получается, пробовал, клянусь. На себя потяни, блядь. Аккуратно только. Толкай, давай. Ау, замок держится, знаешь. Можно его расшатать? Ёбни с ноги просто. Сильнее заебал. Убей машину! Хорошо, он не видит. Хапнул? Да. Я вчера... Я хапну, мерил 17.
Этот, блядь, взорвался в 12. Сколько курим сейчас? Ебать, это насквозь дверь идет. Пацаны, сядь, хочу вам представить капот, народного, народного стримера РФ. Извините. Чамчир. Давай. Давай, давай. Чамчир. Похлопайте, похлопайте. Ну, не, поддержите. Не, не. Хорош, хорош. Давай, давай. Сацуну цу хөрмәзләр гүлү солу дәрмән. Все, иди нахуй, он заебал на тебя. Насчет чего мы общались? Да ладно, заебал, что ты тильтуешь сразу, блядь? Да мы шутим, брат. Fuck you. На арабском надо что сказать. Эльхэмэн дэгуля. Джигэль. Инхэлэл дэрюкуля салабит. Пи-пи-пи-пум. Да ладно, тюрьму. Ту. Иди сюда, кавышки живые, иди сюда. Да вон все, вон они, вон они. Вон они, вон они, вон они. А в натуре кавышки живые. Я посмотрю, маля. По мортах сейчас. Да, Раша, но они желтые были вообще. Бля, они были желтые сейчас, какие-то черные. Минсреп, чел. Ты долбоёб, нахуй ты капот открыл, блядь. Долбоёб, закрывайте. Ладно, сейчас закрою. Ты зазор сделал, ёбаный в рот, блядь. О, нихуя она сейчас как самолет. Привык везде зазоры делать, у себя сделал здесь. О, ебать, я кран можно потянуть. Ебать, удобно, так есть генератор меня, смотри, тянется. Брат, я только другой момент. А долго будет мотор гореть? Да, очень долго. Еще час, полтора. Это редлайн долго, да, горит? Да. Но Ешка все уже, Ешка догорел. Ешка осталась чуть-чуть. Ну не сказал бы, у него там под мотор на текке. Ебать там, брат, ебать там горит, ты чё? Да. Бля, пайпи живые или нет, не могу понять. Потому что они были такие кривые, а сейчас, наверное, выпрыгнут. Жирина! Так? Пайпы живые. Заругай! Того все ебал и обмотаны термолентой. Охуеть, натуре смотри. Рамоновские пайпы живые. И термолента, видите, пацаны, погорели двоих. Ой, блядь. Горит, ебать горит. Вот она. Вот термолента, видите, обклеена, вот-вот-вот. Я охуеть себе, ебать, Рамон, нормальные пайпы это делает. Поехали по красной пошли. О, представьте нас через 2-3 месяца по красной. Наши пайпы готовы. На трех BMW, прикинь, ушел по красной. Тут.